Представляем самую небольшую транспортную сумку серии FM31 от компании Fisherman. Сумка весьма компактна и поэтому подойдет для самых различных целей, в том числе для поездок в командировку и для похода в бассейн. Для переноски сумка снабжена двумя лямками, которые для удобства соединяются захватом на застежке Velcro. Сумка имеет диагональную плечевую лямку, которую при необходимости легко можно снять. Место крепления лямок продублировано стропой и усилено клепками. Клапан в основной отсек U-образной формы застегивается на молнию с двумя бегунками. Главный отсек не имеет карманов и переборок. Внутри находится полимерный жесткий вкладыш для распределения нагрузки и предотвращения износа. На дне смонтированы 4 опорные точки. Снаружи сумки находится удобный большой карман, который разделен на 2 отсека. Внешний отсек поменьше для разного рода мелочей, а внутренний побольше и открывается он пошире. С торцов данная модель сумки оснащена объемными карманами, которые до середины своей глубины перекрываются замками-молниями. Необходимо заметить, что эти карманы имеют переборку из водонепроницаемой ткани, поэтому неплохо подходят, например, для транспортировки мокрых или отсыревших вещей. С торцов сумки есть ручки для переноски вдвоем, на тот случай, если сумка слишком тяжела. Данная сумка небольшая снаружи, но в то же время объемная внутри. Приобрести можно в интернет-магазине «Водник».